таком блеске, этот проект не удалось бы реализовать без поддержки Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. И я с удовольствием предоставляю слово заместителю директора фонда Вяткиной Анне Викторовне. Пожалуйста, Анна Викторовна. Мне кажется, вы все сказали, все мои запланированные слова. Очень прекрасно. К сожалению, что мы не можем сейчас поехать сами в Италию, и кусочек Италии приехал к нам вместе с выставкой МФО, вместе с вот этой выставкой. Очень интересная работа, и очень здорово, что среди ремесленников есть те, кто сделал дело в жизни, не просто хобби, не просто это приятным занятием, что это предприниматели, которые к нам в том числе обращаются. Особенно большое спасибо, да, Виталий. Вот и желаю всем сегодня насладиться работой, посмотреть, внимательно изучить.